Всем привет, с вами Буковский Ньюс на Одесса Fashion Channel. Топ-5 новостей мирового шоу-бизнеса. Новость номер один. Скандальный певец Сергей Шнуров стал Человеком года по версии журнала JQ. Популярность лидера группы «Ленинград» растет с бешеной скоростью. Его новые работы делают его не только популярным, но и супербогатым. Недавно певец вошел в рейтинг самых богатых знаменитостей российского шоу-бизнеса, заняв 3-е место с 11 миллионами долларов, заработанных за прошлый год. И вот теперь он стал Человеком года. Сергей Шнуров стал Человеком года по версии журнала JQ. Результаты интернет-голосования были объявлены на церемонии награждения, приуроченной к 15-летию издания. Помимо главного приза, Шнурова признали и музыкантом года. Очевидно, что на выбор аудитории повлияли три бурных, экспрессивных и ироничных хита Ленинграда. «Экспонат», «Питере пить» и «Сиськи», которые в этом году обсуждали даже депутаты и руководители туристических агентств. Наверняка на рейтинг повлияла и новая карьера Шнура на телевидении. Вначале он, прекрасно разбирающийся в футболе, стал работать обозревателем на канале Матч ТВ, а уже с нового сезона ведет и ток-шоу про любовь на Первом российском канале. Сергей Шнуров прокомментировал свое звание. Также он отметил, что его уже в 3-й раз за 15 лет выбирают Человеком года. «Какой год, такой человек. Премия JQ. 3-й раз за 15 лет», — написал Шнуров в своем инстаграм. Новость номер 2. Не утихают страсти на тему развода знаменитейшей голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. По слухам, Джоли подала на развод, мотивируя это тем, что у нее есть непреодолимые разногласия с Питтом на тему воспитания детей, его агрессии, а также алкоголизма. Более того, Джоли приревновала супруга к французской актрисе Марион Котийяр, с которой у Брэда Питта якобы начался роман на съемках фильма «Союзники». Пока в сети обсуждают эту ошеломительную новость, западные СМИ предполагают, как же закончится их бракоразводный процесс. Одним из самых интригующих вопросов стал вопрос раздела имущества, ведь за время совместной жизни Анджелина и Брэд заработали ни много ни мало, а около полумиллиарда долларов. По мнению юристов, у пары есть всего два пути решения вопроса. В первом варианте суд обяжет Брэда Питта выплачивать Анджелине Джоли процент от своего дохода за съемки в других фильмах. Ну и другой вариант, все может решить их брачный договор, составленный ранее. Анджелину Джоли и Брэда Питта многие считали настоящим эталоном отношений и всегда ставили пару в пример. Но недавно мир потрясла шокирующая новость. Анджелина подала на развод. Экономисты различных таблоидов тут же посчитали доходы самой известной голливудской семьи. По различным данным, состояние пары составляет от 450 до 550 миллионов долларов. Адвокат Дональд Дэвид утверждает, что Питт за эти годы заработал около 350 миллионов, а Джоли около 270. Причиной такого несоответствия доходов, по мнению Дэвида, является то, что Питт снимался в более кассовых фильмах. Биография возможной разлучницы звездной пары, французской актрисы Марион Котийяр, до сих пор была без каких-либо скандалов. Она стала знаменита благодаря главной роли в комедии «Такси», а также настоящую славу получила после «Оскара» за роль Эдит Пиаф. И вот СМИ заговорили о том, что у Марион и Брэда Питта роман. По признанию самой актрисы, она удивлена такому повороту событий и в высшей степени ошарашена этими подозрениями. Есть также предположение, что роман Марион и Брэда всего лишь пиар, для того чтобы привлечь внимание к совместному шпионскому триллеру «Союзник», где Питт и Котийяр сыграли возлюбленную пару. Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт в свое время тоже познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Их отношения завязались молниеносно, хотя пара скрывала свой роман, но вскоре Брэд Питт ушел от своей на то время жены Дженнифер Энистон. А в 2006 году Джоли заявила, что беременна от актера. К слову, таблоиды теряются в догадках, с кем же останутся дети знаменитой пары. Напомним, что у пары всего 6 детей, 3 приемных и 3 биологических. Новость номер 3. Знаменитый американский певец Джастин Тимберлейк согласился исполнить совместную композицию со своей бывшей возлюбленной Бритни Спирс. Поклонники Тимберлейка и Спирс прекрасно помнят, что в далеком прошлом они были отличной парой. Для многих новость о том, что Бритни собирается записать совместную композицию с Тимберлейком спустя больше 10 лет после их разрыва, стала очень волнительной. Мнение самого же певца до последнего времени оставалось неизвестным. И вот на днях на кинофестивале в Торонто, где Джастин Тимберлейк представлял свою работу совместно с американской компанией Netflix, журналисты задали ему прямой вопрос.
Журналисты, общаясь с артистом, не упустили возможности поинтересоваться, как он относится к предложению Бритни Спирс о сотрудничестве. Тимберлейк отреагировал очень эмоционально. Он не был в курсе намерений поп-принцессы. Жила? Да, конечно, конечно, я согласен. Дело в том, что у меня годовалый ребенок, поэтому я не успеваю читать все новости. Я не знала заявление Бритни. Прошу прощения, что не был в курсе, но я доступен. Звоните мне, сказал Тимберлейк. Поклонники звезд были рады услышать такую новость. Они с нетерпением ждут совместную композицию. Отметим, что совсем недавно Бритни Спирс впервые за долгое время выпустила клип и презентовала новую песню. Ну что ж, будем надеяться, что звезды не будут долго тянуть и в скором времени начнут работу над совместным треком. Новость номер 4. Суперизвестные голливудские актеры Райан Гослинг и Ева Мендес наконец-то поженились. Буквально на днях стало окончательно известно, что гражданские супруги Ева Мендес и Райан Гослинг наконец-то оформили свои отношения официально. В Голливуде всегда так. Кто-то расстается, как Брэд и Анджелина, а кто-то создает звездные пары, как Райан и Ева. Очень похвально, что Гослинг все-таки решился изменить свой социальный статус с холостяка на женатого парня. Да и на самом-то деле давно пора, ведь у них с Евой Мендес двое совместных детей. Райан и Ева познакомились в 2011 году на съемках драмы «Место под соснами». Их отношения трудно назвать идеальными, ведь пара уже однажды расходилась, но вскоре вновь сошлись и стали жить вместе. Уже в конце лета 2014 года появилось сообщение, что Ева будто бы беременна, но мало кто в это поверил вначале. И тем не менее, вся публика была поражена, когда в сентябре Мендес и Гослинг стали родителями. На свет появилась их дочь Эсмеральда. А весной уже этого года родители подарили малышке сестричку, Аманду Ли. Напомним, что ни один из них не был связан раньше узами брака. У Евы был долгий роман с продюсером, с которым она даже заявляла, что детям в ее жизни места нет. Но стоило ей встретить Гослинга, как вредные мыслишки покинули голливудскую актрису, и она стала мамой двух прекрасных дочерей. У Гослинга тоже не было браков, однако о его романах ходили легенды. Поговаривали, что на юного актера в свое время положила глаз старушка Сандра Баллок, но их отношения быстро себя исчерпали. Райан Гослинг в свои 35 имеет славу ловеласа и маменькиного сынка. Никто и не думал, что этот парень может жениться и взять на себя ответственность за жену и двух дочерей. Но все меняется, и Гослинг в том числе. Их свадебная церемония была тайной и скромной. Присутствовали только близкие родственники и друзья. Новость номер 5. Набирает обороты множественные скандалы, связанные с предвыборной гонкой за пост президента США. Несколько дней назад на Фейсбуке стал активно распространяться ролик, где очень много известных голливудских звезд снялись в социальном ролике против миллиардера Дональда Трампа. Именитые голливудские актеры в социальном ролике призывают граждан США на выборах президента, которые состоятся в ближайшем ноябре, ни в коем случае не голосовать за республиканца Трампа. На видеоролике звезды говорят о том, что власть в самой великой ядерной державе планеты ни в коем случае не может достаться человеку, чьи излюбленные фразы являются «You are fired». Актеры напоминают, что Трамп неоднократно был увлечен в российских высказываниях, а также выражают убеждение, что американцы голосуют на предстоящих выборах ответственно и мудро. Любимцы публики шутливо обещают, в том случае, если Трампа в ноябре американцы оставят без президентского кресла, в следующем своем фильме один из участников клипа, Марк Руффало, снимется полностью обнаженным. В съемках ролика приняли участие такие звезды, как Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон, Джулиана Мур, Марк Руффало, Марк Стронг, Мартин Шин и многие другие. Ну а на сегодня все. С вами был Одесса Fashion Channel прямо из Буковский бар. До встречи в эфире.